хорошо, хорошо, давайте, давайте. Дорогие наши женщины, поздравляем вас с наступающим 8 марта. Желаем вам, чтобы вы оставались такими же красивыми, добрыми, заботливыми. И приглашаем всех по поводу этого события, наверное, вместе. 8 марта у нас игра. Приходите вы вместе со своими мужьями. Если вы не хотите, то отпустите хотя бы своих мужей, детей. Пусть приходят, поддержат нас. А мы со своей стороны постараемся сделать праздник еще более краше. И всех вас ждем. Приходите.